Ты готова, подружка? Камеры, мотор, начали! О, да, у нас отлично получается. Дай 5 звезда ТикТока. Столько лет я их выслеживал. Мои поиски увенчались успехом. Упс. Мячик, я их обожаю. Ты со мной поиграешь? Да это серьезно? Так и быть, лови. Мячик, где же ты? Не это ищешь? Попалась. Белла, ты где? Здесь чужак. Упс, я сдаюсь. Еще бы, с веревкой сама управишься. Уговорил. Теперь вы мои пленницы. За мной и без фокусов. Вот мы и пришли. Отныне эта тюрьма ваш новый дом. Эй, Кен, сюда. Ты где был, бездельник? Отведи вампира в камеру, а я займусь оборотнем. Не упрямься, я все равно тебе не по зубам. Какие клыки? А это я заберу. Веревка моя. Не кусайся. Вот, принес тебе мяч. Что? А, точно. Мистер Невидимка, как неловко вышло. Прошу, выходите, вы свободны. Раз уж вам сидеть больше негде. Пока. Не шали. А вот и мячик. Лови. Какая доверчивая. Ваше двойное эспрессо, шеф. А как же мячик? Это тебе. И глаз с них не спускать. Есть, шеф. Эй, Кен, твой знакомый передает привет. Я тебя не боюсь, вампир. И Корнелиуса я забираю. Ты подчиняешься мне. Да, госпожа. Ауч, Корнелиус, за что? Дамы и господа, у меня для вас радостная новость. Вы здесь навечно. О, нет, я этого не вынесу. Подумаешь, удивил. Браво, великолепное выступление. Лучше делом займись. Под ноги смотри. Упс. Шеф, вы в порядке? Чуть не забыл. Твой мячик. Держи. Спасибо. Мячик. Я помогу. Сам справлюсь. Ты! Убежал. Ну и ладно. Какой ужас. Здесь срочно нужно навести порядок. Помощники ко мне. Приберись здесь. Отлично. О, да, полный порядок. О, боже, глупышка-мышка. Ух ты, это она хорошо придумала. Теперь здесь не стыдно обитать приличному вампиру. Пора и мне прибраться. Вау, косточка, такая аппетитная. Упс, застряла. Что за невезение? Оборотни такие глупые. Эй, верни. Ладно, тебе она нужнее. Поторапливайся, бездельник. Смотри и учись. Первый охотник в нашем роду. Так я и поверил. Мой доисторический предок. А ты мне нравишься. И прическа что надо. Класс. Вау, древний египтянин. Ну и рожа. Куда он подевался? О, мой древний род охотников не прерывается по сей день. А это мое главное сокровище. Не так быстро. Для тебя я приготовил кое-что особенное. Вот, держи. Потрясающе! Тра-та-та-та-та-та-та-та-та! Это не игрушка. Это большая ответственность. Это оборотень. Иди и проверь, в чем дело. Ушел, наконец. Можно расслабиться и почитать модный журнал. Не с места, вы все под прицелом. Лучше сдавайтесь. Вау, какой порядок. Впечатляет, правда. Да нет, ничего особенного. Где же прячутся враги? Что это она делает? Пожалуйста, успокойся. Не нужно так злиться. Ты испортишь решетку. Мне здесь не нравится. Все, надоело. Хочу домой. Мячик, есть идея. Что за странный звук? Вампир? Ты подчиняешься мне. Да, госпожа. Я хочу обновить интерьер в камере. Мне нужен этот оттенок синего и парочка новых аксессуаров. Займись этим. Вот и отлично. Страсть к высокой моде у меня в крови. Упс, а, неважно. Мне нужна краска.
Кен, я объясню. Как неловко вышло. С этим ты справился. Чего застыл, неси инструменты. Вот, пожалуйста, госпожа. Ой, что это со мной? Что я здесь делаю? Оборотень, ты в порядке? Ей плохо. Я должен помочь. А где охотник? Странно. Посмотрим, что удастся найти. Стекло? Это не для меня. А здесь что? Сюрприз! Ой, прости, не знал, что ты там. Попался? Ты что здесь вынюхиваешь? Я всегда знал, что ты скользкий тип. Там Дракула. Где? Каков наглец! Одурачил меня! Я принес тебе краску. Перекрасим стены. Как тебе идея? Держи кисть. Но я никогда не красила стены. Посмотри на этот цвет. Закрасим все эти дурацкие рисунки. Вау! Полная луна! О, нет! Она превращается в монстра! Что они там устроили? Пожалуйста, успокойся. Да что с ней такое? Крушить! Прошу тебя. О, я понял. Это все желтая краска. Лучше это убрать. Что я натворила? Но здесь стало поуютнее. Давай уберем весь мусор. Вот и все. Сделано. О, спасибо тебе. С тобой приятно иметь дело. Как она это сделала? Наконец-то Хаги-Ваги попался в мою ловушку. Неужели все камеры заняты? Мне нужно подумать. Стриги пленника, я скоро. Какой ты синий? Мой любимый цвет. Вот и я говорю, Хаги, как можно быть таким болваном? Ты так вовремя. Я ужасно проголодалась. Хватит врываться. Что с ним случилось? Объеденье. И у меня теперь полное ведро синей краски. Что случилось, Хаги-Ваги? Как? Почему? Ты ведь Хаги. Он не синий. Вампирша укусила его, и он изменил цвет. Если ты не Хаги, свободен. Хорошо летит. Корнелиус, стой! За ним! Куда? Ты останешься здесь. Мне нужен помощник. Конечно, госпожа. Нет, опять. Стены нужно перекрасить отлично. Не стоит возить по одному месту. Ой. Фух. Эй, стоп! Не забудь про эту стену. И поаккуратнее. Наконец, вся моя камера в моем любимом цвете. Мне очень нравится. Надоело. Долго еще мне там сидеть одной? Белла, иди скорее сюда. Дизайн интерьера? Это я люблю. Давай выберем кое-что из мебели. Вау, я в восторге. Где я? Что я делаю в камере? Шеф, зачем вам гроб? А что оборотень здесь забыла? Привет! Как она выбралась из камеры? Ума не приложу. Я все объясню. Не надо, шеф. Никто же не сбежал. Уже выхожу, не нужно нервничать. Шеф, сегодня не в духе. Я всего лишь попросил проследить за порядком. Что здесь сложного? Гроб? Вот удача. Эй, красавчик. Этот гроб теперь мой. Левее, левее. Вот так. Он великолепен. Правда, Кен? Как скажете, госпожа. И чтоб без камеры больше ни ногой, тебе ясно? А ты мне все условия создай, ясно? Какая наглость. Какая наглость. Ко-ко-ко-ко, напыщенный петух. Ах так, вызов принят. Попробуй повторить вот это. Давай. Ха, легко. Бам! А вот так ты можешь? Нижний брейк. Ауч, моя спина. Упс, больно, наверное. Помогите. Я знаю. Мне нужна вот такая лампа. Достань мне ее и поскорее. Да, госпожа. Я сказала быстрее. Уже бегу. А двери кто будет закрывать? В лифте родился? Бедная моя спина. Лампа у меня. Ауч. Ну, я тебе покажу. О, спину отпустила. Это хорошо. А где моя антикварная лампа? Кем? О, ты быстро. А теперь ковер. То, что нужно.
Шторы подходят. Скоро мы встретимся, мой дорогой. Эй, он не твой дорогой. Эти смертные. А вот и скрипка. Этого вполне достаточно. Ты свободен. Проваливай. Где я? Ничего не помню. Надеюсь, охотник меня не видел. Оборотень? Мне ее жаль. Действовать нужно аккуратно. Главное, не разбудить охотника. Упс. Фух. Здесь так холодно. Вау, это мне? Вот спасибо. Лучший подарок. Я знал, что тебе понравится. Ух ты, посмотри, это как раз то, что тебе нужно. О, да, хочу. Предоставь это мне. Кажется, никого. Цветок есть. Но как заполучить кресло? Осторожно, без резких движений. Получилось. А теперь за дело. Давно я так сладко не спал. Кто здесь? Привидение? Стоять! Фух, это было рискованно. Я и ковер прихватил. Вау, Кен, ты мой герой. Какая прелесть. Мой вампирчик. Что это с ним? Чего это он мечется? Что с тобой? Снежный ангел, только без снега. С цветами стало уютнее. Цветы чудесные. Чуть не забыл. Куда он опять? Красота. Теперь здесь подсветка. Вау. Красиво, правда? А вот и мяч. Откуда эти следы? Это моих лап дело. Как тебе дизайн? Здорово. Теперь можно и поиграть. Ты будешь гордиться мной, прапрадедушка. Обещаю. Моя любимая секира. Точно, забыл. Сигнализация. Ну, где же ты? Выходи. Призрак, тебе от меня не уйти. Ага. Получай. Ах так. На. Вперед. Ауч. В атаку. Ауч, ауч, ауч. Эй, это нечестно. Призрак с секирой. Спасите, привидение. Это его остановит, а мне нужно спрятаться. А, вампир! О нет, призрак уже близко. Пустите меня! И правда, призрак, пожалуй, нам пора. Держи ответочку! Сюрприз! Мы вовремя смылись. Что это вообще было? Пора заканчивать с карьерой охотника. Я всегда мечтала быть балериной. А я полицейским. Удачи! И тебе успехов. Я тут главный, а ты слушаешь мои приказы и выполняешь их. Да, сэр, прибери здесь. Слушаюсь, капитан. Но почему мне не дают заниматься серьезными делами? Вау, какая девушка! Еще одна. Вот это да! Мне плохо. Можно аккуратней? Ты чего улыбаешься? Я здесь главный. Серьезно? А это что еще за чудо? Приветик, у тебя симпатичные очки. Слушаюсь, сэр. Ты где должен быть? Спокойно, капитан. Неси доску, стажер. Уже бегу. Смотри, куда прешь. Да, капитан. Каждая из вас должна превратить свою камеру в дизайнерское чудо. Покраска, койка, освещение, решетка. Вау! Серьезно? Эти руки не для ремонта. Справитесь с заданием, получите выход из тюрьмы. И кто меня заставит? Да как ты смеешь? Если вы откажетесь, вас ждет наказание. Окей, убедили. За работу. Очень много дел. Ха, я так и подумал. Стажер. Порядок, шеф. Уже несу. Ваша краска? Спасибо. Краска. Ага. Доставка краски.
Это мне? И что мне с ней делать? Открывай и крась стены. О, да, это будет эпично. И принеси мне кофе, стажер. А почему так жарко? Горим, стажер, там пожар! О, нет, срочно потушим девушек. Уже бегу. Да, это камера, огонь. Зажигаем. Ну как вам мой огненный дизайн? Вау, круто! Ну, привет. Вот это скорость. Пока-пока. Зеленый мой любимый цвет. А эта кисточка такая грубая. Нет, вот что мне нужно. Оу, бедняжка. Давай, беги, стажер, беги. Столько суеты. Капитан, ауч, стажер, вроде все кости целы. А где мой стакан? Спасибо, сэр. Огнетушитель задержан. Проваливай, я с вами со всеми разберусь. Немного воды для моих славных цветочков. Растите большие. Прекрасно. Что может быть лучше цветов? А какой аромат? Неплохо. А где вторая девчонка? Кого-то потеряли, шеф? О, простите. Не надо меня запугивать. А ты почему ничего не сделала? Красить это не мое. Немедленно покрась все стены. Живо! О, богиня в камере. О, привет. 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 Ты мне нравишься. Ты мне тоже. Вау, как ты это сделала? На меня нашло вдохновение. Ты великолепный художник. Да ладно, перестань. Ты такой милый. Стажер, сюда. Слушаюсь, сэр. Хватит флиртовать с заключенной. И приведи себя в порядок. Так точно, капитан. Покраска стен завершена. Отлично. Вот ваш обед. О, мои любимые овощи. Спасибо. Обед. Спасибо. Вот, держи. Я заказал тебе суши. Ну, надо же, спасибо. Эй, ребята, напишите в комментариях, какая ваша любимая еда. И поставьте лайк. В чем дело? Я не могу это есть. Почему? Что случилось? Прощай, лосось Людвиг. И ты, Семга Стефания. Они ее убили и разрезали на части. А, точно. Прости, я не подумал. Успокойся с миром, рыбка. Прости, я лучше пойду. Смотрите, мальчики. Оу, такой острый перец. Зачем она это делает? Готово. Стейк средней прожарки. Все, как я люблю. Мои любимые овощи. Залог гармонии и душевного баланса. Намасте. Что она делает? Овощная ниндзя. Фух, готово. Мой полезный смузи. Хочешь глоточек? Нет, спасибо. Как хочешь. Сэр, а можно мне один пончик? Пожалуйста, ну хоть кусочек. Прости, это был последний, больше нет. Наивный стажер. Это твое сено, конь? Ага, попался. Ты арестован за хранение травы. Веди его в камеру и не ржи мне тут. Ха, какое удобное сено. Отдых на природе прямо в участке. Здесь очень твердо. Спать невозможно. Ужасный матрас. О, да. Эй, нет! Что за атака матрасом? Прости. Привет, Кен.
точно. Эй, парень, пс, у меня есть кое-что для тебя. Вот цветы для твоей девушки. Не так быстро. Сначала принеси мне вон то сено. Да без проблем. Вот так, отлично, молодец. Прямо сюда, в угол. Принеси еще. Вот так, прекрасно. Аккуратнее, не рассыпь мою будущую кровать. Тише, не разбуди начальника. Оу, какой-то он странный. Как он это делает? Ну вот, моя эко-кроватка готова. Спасибо тебе. Держи свой букет и иди уже. Оу, моя сена. Обними меня. Фух, уснул. Я одолжу у тебя вот это. Спасибо. Мне нужно больше цепей. Отличное крепление для моей кованой койки. О, да, это рок-н-ролльная кровать. Иди сюда. Это тебе. Спасибо. Обожаю цветы. Я так и подумал. Ауч! О, нет, кровать. О, нет, мой шеф. Кто спит, я не сплю. Порядок. Итак, посмотрим, что тут у нас с кроватями. О, нет, нет, нет. Я что-нибудь придумаю. Сено? Это мое сено. Как так? Кража! Там был... мой пончик! Вот он! И не делай так больше. О, мое сокровище. Фух, похоже, эти сладкоежки. Хватит меня пугать! Давай, прячься, выдохни. Полезай в унитаз. А здесь у нас что? Привет, капитан. Ничего необычного. Что? Ничего. Он ушел? Да. У тебя будет лучшая кровать. Кровати есть. Ну вот, кровать почти готова. Сейчас я сделаю ей апгрейд. О, он такой заботливый. Тут дел на 5 минут. О, опасный степлер. Как громко! Ну вот, твоя кровать готова. Она прекрасна. Спасибо большое. Зеленый порядок. Вот и славненько. Фух, время расслабиться с помощью ароматерапии. Моё любимое аромапалочка. Действуй. А теперь медитация. Май гад, что за звуки? Прекрати играть свою адскую музыку, пожалуйста. Кто сказал ад? Что? Прости, окей. Спасибо. Фух, тишина и гармония. А это что? Да хватит уже! Эй, соседка! Когда я просила прекратить, я имела в виду вообще выключить гитару. Полностью. Ни звука. Ладно, ладно, хорошо. Спасибо за тишину. Ну сколько можно? Я же просила. А? Что? Это не я. Что? Эй! Можно играть свою серенаду потише? Я же говорила, это не я. Иди в свою камеру. Вау, ты так хорошо играешь. Все для тебя. Мой драгоценный фикус. Мамочка любит тебя. Где же мне взять лампу? О, я кое-что вижу. Я незаметное маленькое деревце. Ничего необычного. Цветок в горшке? А, точно, вазон. Подходит. Тихонько. И никто не заметит подмены.
Этот кроссворд обезврежен. Отлично. Лампа теперь моя. Этот цвет слишком белый. Займемся моим любимым декором. И побольше лепестков. Тонкий зеленый стебель из скотча. Прекрасно. И приклеим листья. Какая красота! Лепестки на цветок? О, я даже могу почувствовать его аромат. Белая лампочка? Нет, конечно же, нужна желтая. Мой личный подсолнух. Коробка с вещественными доказательствами. Вау, она светится! Молодец! Эй, спасибо за подарок! Диско-шар! О, как раз то, что нужно! Вау, теперь я настоящая рок-звезда! Что? Ты чего разлегся? Хватит отдыхать! Бегом за работу! Понабирают стажеров! Что? Минуточку! Это же моя... Свети, мой подсолнух! Правда красиво? Я зажег для тебя все свечи. О, это так романтично. О, у меня есть еще кое-что. Шар предсказаний. Держи, погадаешь мне? Я вижу будущее. Да? И что там? Ты уволен. Сдай значок. Вон отсюда. Тебя уволят с работы. О, нет, что же мне делать? Ребята, Кена не уволят, если это видео наберет 30 тысяч лайков. Пожалуйста, скорее поставьте лайк. Все будет хорошо. Хорошая лампа. А что тут у нас? Без сюрпризов? Фух. Это хард-рок! Святая Нирвана, играй потише, бестия. А тут вот у нас что? Твое будущее туманно. Чур меня, чур! Освещение сделано. Отнеси эти вещи в комнату с доказательствами. Будет сделано, капитан. Иди, иди, только аккуратнее. И как он дожил до своего возраста? Эй, стажер, можно тебя на минутку? Давай, только быстро. Мой подсолнух барахлит. Можешь его починить? Надо подкрутить лампочку. О-оу. Спасибо за помощь. В следующий раз не лезь руками в электричество. Я включил телевизор. Круто. Эй, ты забыл свой чемоданчик. Интересно, что там? А, нет, это всего лишь деньги. Но это тоже неплохо. Я использую их для декора. О, красная помада. А это идея. А откуда столько денег? Спасибо за конфетку. Можешь проходить? Ого, сколько красного. У Луны совсем обычная решетка. Надо это исправить. Это тебе, дорогая. Я принес тебе вкусняшек. О, мои любимые конфетки. Подожди, у меня появилась идея. О, спасибо. Это самая вкусная решетка в моей жизни. Итак, ревизия решетки. Это деньги, хорошее вложение средств. Ты справилась, Мия. Молодец, свободна. О, спасибо большое. Желаю удачи. Прощайте, лузеры. Я отправляюсь в мировое турне. Согласен. Пайпер свободна. Ты такая смешная. О, ты сам смешной. Шеф идет. Окей. Это конфеты? Неплохое решение. Ты свободна, Луна. Поздравляю. Я должен сделать фото напоследок. Встань ровно. Чего ты тут ждешь? Мы не можем начать контрольную без тебя. Иди в класс, скорее. Моя любовь, куда же ты? Спасибо вам за вашу работу. Они забрали ее, мою Луну. Соберись, стажер, за работу. Итак, лузеры, начнем. Класс. А это еще кто?
Это ваш новый учитель, мисс Кейси. Хороший учитель. А что у тебя на лбу? Какой ужас! Ну, прекрасно. Желаю вам хороших уроков. Сейчас я все вытру. Ну вот, порядок. Она классная. Мне нравится эта училка. Пишите тест, лузеры. У меня тут все схвачено, мисс Кейси. Ага. Ну и выскочка. Мистер Боб, я все написал. Мистер Боб, я закончил. Дай сюда. Эй, что ты делаешь? Верни мой тест. Списывать нельзя. Тише ты, зубрила. Вот, держи мой тест, раз он тебе так нужен. А я сдам твой. Мистер Боб, я готова. Вас зовут, учитель. Как не вовремя. И что тут у тебя? Я все сделала. Уф, подумаешь. Что ты скажешь теперь? Эй, вы что сделали? Фу! Получай, лузер! Ауч! Пиши все заново и больше не отвлекай меня. А тут у нас что? Профессор! Шпаргалка! Ну и методика образования. Простите, я больше не буду списывать. Конечно, не будешь. Что он делает? Прикрой свою шпаргалку на ноге. Ну что за... А где мой телефон? А, в брюках. Дай мой телефон, живо. Конечно, учитель. Алло? Нет, я не занят. Эй, новенькая, присмотри за лузерами. Конечно, коллега. Ауч! Что там? Лузер? Кто это сделал? Здесь грамматическая ошибка. Класс, запомните, лузер пишется с одной буквой «У». Да, мисс Кейси. Окей, ну хорошо, я вам помогу. Кто хочет конфетку? Ловите. Можно мне? Я на базе. Есть? Класс! Бесплатная еда! Загляните в обертки! Вау, тут шпаргалка! Да, это мой ответ! Что? Где ответы? И где мой фантик? Да, все здесь! Пользуйтесь! Да, перезвоню! Ну что, тупицы, уже провалили тест? Уже вернулись? Что тут происходит? Ваши брюки, сэр. Да, они мне пригодятся. Это мое место. Итак, несите свои работы на проверку. Вот, сэр, мы все написали. Ну, давайте. Надо же, все правильно. Я гениальный учитель. Конечно. Это все благодаря вам. Эй, ты, чудила! Сейчас я тебя... Ну, что там, ботан? Ага, сейчас, одну минутку. Вот так тебе будет удобнее меня булить. Да, ты прав. Пс, отвали. Не мешай, мы заняты. Что? У меня есть план, как нам избавиться от плохого учителя. Смотрите сюда. Что, Ластик? Серьезно? Мы сотрем его со школы. Видите? Отличный план. Скорость ветра, умноженная на массу шнурка? Ага, дай сюда кроссовок. Спасибо. Гоу! Ауч! Это вы сделали? Нет. Это мистер Боб. Он! Это был мистер Боб. Точно! Мистер Боб, это ваше? Что? Нет, это не мой стиль. Это мое, простите. Новый чехол для телефона. Алло? Серьезно? Эти современные технологии. Держите, лузеры. Упс, бежим.
поздравляю! Сегодня у нас будет состязание учителей. Мистер Боб, мисс Кейси. Кто станет лучшим учителем, тот и останется в нашем колледже. Есть идеи? Итак, первой начнет мисс Кейси. У доски ответит Эрика. Что? Почему я? Реши это уравнение. О, нет. Ботаник, помоги мне. Ага, х сюда, тогда дифференциал будет равен. Точно, я знаю. Ну, что там? Вот ответ. Проверим. Все правильно. Молодец, Эрика. Отличное решение. Спасибо, всем спасибо. Молодец. Так держать. Отлично. 1 балл для мисс Кейси. Твоя очередь, Боб. Окей. Дайте мел. Сейчас вам будет проверка. Ответ 1. Правильно? Конечно, нет, лузер. Оу. О-оу. Это нехорошо. Так, кыш на место. Ты лузер с хвостиками. Я? Выходи. Окей. Реши уравнение. Кажется, ответ 1. Что? Нет. Все хуже и хуже. Проваливай на место. Так, мне нужен кто-то умный. Уже иду, профессор. Давай, реши этот пример, я в тебя верю. Я не знаю ответа. Что? Это же элементарно. Простите, мистер Боб. Окей, я тебе покажу. Было 3 яблока, 2 яблока забрали. Что осталось? А, я понял. Наконец-то. Вот ответ. Нет, тупица. Вы все двоечники. О-оу. Ауч. Боб, ты пойдешь со мной? Мисс Кейси, вы победили. Что? Так нечестно. На выход. Итак, класс. Упс, уже звонок. Фух. Эй, Луна! Какой букет тебе нравится больше? Вот этот. Спасибо за помощь. Ну и странный парень. Это тебе, Эрика. На колени, быстро. Конечно, раз ты так просишь. Это тебе, Эрика. Да не нужны мне твои цветы. Сейчас я до него доберусь. Держи спину ровно. Упс. Да, мисс Кейси, так не пойдет. Вам нужны цветные маркеры. Вау, отличная идея. Эй, хватит, директор идет. Рисование очень важно для общего развития. Худший учитель года. Ты классная, мисс Кей. Ауч. Что? А, это так принято. Окей. Эй, вы чего? Звонок, пора на занятие. Неважно. Эй, ребята, урок уже начался. Чё надо? Присядь на свое место, пожалуйста. Окей. Хорошо. Итак, кто будет отвечать? Луна, выходи. Я? Ну ладно. Покажи на глобусе США. Это легко. Сейчас загуглю. Что? Никакого гугла. Эй, отдай телефон. Нет, вернемся к глобусу. Где же тут Соединенные Штаты?
Вау! Идеальный мяч для баскетбола. Что ты делаешь? Прекрати, пожалуйста. Верни землю на место. Эй, бросай мне. Я открыта. Ловлю. О-оу. Мой глобус. Ты! Смотри, какая экваториальная шляпа. Дай мне примерить. Тебе идет. Отличная каска. Эй, есть идея. Ударь меня. Не хочу. Давай, смелее. Бей. Вау! Эта земля очень твердая. Да нет. Только посмотрите на наше занятие. Я в прямом эфире. Ребята, тут у нас такое происходит. Ставьте лайки. Что? Это уже слишком. Хватит! Что? Неважно.